Расскажи, что нового и интересного произошло у тебя за последнее время? Как и у многих, наверное, артистов, гастрольная жизнь, новые песни. Сейчас много репетируем, готовим новую концертную программу. Ну, об этом, наверное, знает каждый, тем более те, кто интересуется твоей личностью. Все-таки, мне кажется, зрителю интересно, что происходит в личной жизни у Максима. Мне к тебе нельзя, до боли в письма в цель. Ты помнишь запах, цвет и волны на подушке, осень сна моих волос. И не держи в ладони мой портрет, на волю не смогу. Не помню ни цветов, ни неба без твоих оков. И надо же теряю, снова нахожу, бросаю солью девочки глазами солнца. Как летать? Высылаю письма ночью, разрываю фото в клочья, бью кровать ногами, больно, чтоб не спать. Мне с тобой нельзя, бесследно. Надо же теряю, снова нахожу, бросаю солью девочки глазами солнца. Как летать? Высылаю письма ночью, разрываю фото в клочья, бью кровать ногами, больно, чтоб не спать. Я все-таки считаю, что личная жизнь популярного человека должна оставаться за кадром. Но могу сказать, что у меня все очень хорошо, и нашим отношениям можно только позавидовать.